испанской воспитательной колонии прошли тактика «Специальные учения». Согласно их легенде, из-за короткого замыкания возник пожар на втором этаже жилого корпуса отряда колонии. Заметив пламя, сотрудники исправительного учреждения незамедлительно сообщили о нем ведомственной пожарной охране и службы спасения. В результате учения отрабатывались их совместные действия. Еще до приезда огнеборцев все воспитанники колонии были эвакуированы и переведены в другой корпус. По прибытии служба МЧС развернула штаб, откуда осуществляла руководство по ликвидации происшествия. Слаженная работа позволила в кратчайшие сроки потушить условный пожар. На учениях присутствовали и сотрудники других исправительных учреждений области, которые наблюдали за их проведением. Все выполнено то, что мы хотели. Результаты у нас достигнуты в ходе отработки действий личного состава. Значит, допускаются некоторые ошибки, это бывает. Сейчас ошибки разбираются. На общем фоне, значит, взаимодействие произошло на оценку удовлетворительно, поэтому результаты достигнуты те, которые, как я и говорил, хотелось получить.